Диагностирование кардиологических заболеваний станет более доступным не только мазырянам. В межрайонные центры на обследование и лечение смогут приезжать жители Ельского, Норовлянского, Лельчицкого, Петриковского, Житковичского, Калинковичского и Хоникского районов. В общей сложности это примерно 300 тысяч человек. Центр будет работать в круглосуточном режиме. Новая структура аналогична действующей в Гомеле. В частности, специалисты смогут проводить коронарографию для исследования сосудов и стентирования. Оборудование позволяет обнаруживать любые проблемы с артериальным руслом сосудов, что позволит пациентам улучшить качество жизни. На базе кардиоцентра будут проводить плановые и экстренные операции. Аппарат Innova IGS-540 производства Франции компании General Electric позволяет нам выявлять любые проблемы с артериальным руслом сосудов. Так, в первую очередь, планируем лечить инфаркты миокарда, то есть больных острым коронарным синдромом, что позволит людям улучшит их прогноз и качество жизни в дальнейшем. То есть, если раньше мы таких больных возили в Гомель, тратили время, то теперь мы можем у себя на базе нашей больницы оказывать помощь данным пациентам. То есть не только Мозыря, а именно Полесского куста. На финансирование работ по подготовке помещений из областного бюджета направили 1 300 000 рублей. Стоимость ангиографического комплекса, которым оснастили рентгеноперационную, 1,5 миллиона. Эти средства выделил республиканский бюджет. Важное событие, считаю, для моих коллег, так как дополнительная возможность совершенствовать свои практические и теоретические навыки по внедрению высокотехнологичных современных методов диагностики и лечения кардиологической проблемы. В районе это первый кардиологический центр. В 2020 году аналогичный планируется создать в Жлобине. Марина Джалая, Валерия Копанько, Новости недели, Мозырь.